Всем привет! Я Killjoy. Рыжик, как обычно, где-то ходит. Хотя иногда и спит, конечно. И попадает в кадр на моих реактах. Ну, не суть. Матрица 4. Воскрешение. Русский трейлер. Погнали. О, Томас, какой графоний. Вы чем-то встревожены сегодня. Расскажите, что произошло. То, что мне снится, не похоже на обычные сны. Ого. Я что, схожу с ума? О, постаревший Киану. Мы не используем здесь этот термин. Утя. Привет. Ридди. Синие таблетки. А синие таблетки в оригинальной матрице, это же было остаться во сне, да, по-моему? В этой самой матрице, типа, когда Морфис предлагала красное, это выйти из матрицы, правильно? Я уже забыл просто. Полетаем. О, новый Морфис. А чё только одна Лана Вачовски? Тогда следуй за мной. White Rabbit. Единственное, что для тебя важно, до сих пор здесь. Поэтому ты все еще сражаешься и никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Нет? Уже в декабре? Так скоро. Не, ну хороший графоний-то. И классические драки, походу, да? Найс. О-о-о, Смиты. Круто, круто. Спустя столько лет. Вернуться туда, где все началось. Обратно в Матрицу. Матрица. Воскрешение. Да? Да. А чё? Второй Вачовски нету, интересно. Ну, слушайте, неплохо, то есть трейлер выйдет бодренько, нормально, там всякий экшон. Интересно, в чем будет тема, извиняюсь, этой матрицы конкретно. То есть она закончит как бы сюжет Нео там и закроет тему с выходом людей из матрицы. Всем остальным Вачовски наконец скажут то, что хотели сказать. Третий, то, что, собственно, Зион это... как бы ответвление матрицы, и на самом деле никакого реального мира нет. Ну, точнее, он есть, но никто не выходил из этого реального мира, в этот реальный мир. И что, собственно, ничего не изменилось толком. После того, как Зион и Нео победили, типа. На самом деле люди также лежат в этих капсулах своих красненьких. И... живут в Матрице. Надеюсь, что будет фильм нормальный, по крайней мере, учитывая тенденцию, то, что старые франшизы из 90-х, там, 80-х, получают довольно-таки не очень сиквелы. Рыжик Бесоюбит. Не очень сиквелы. Что у нас там есть? Терминатор франшиза. Значит, Генезис.
с Кхалиси там и Темной судьбой. Довольно-таки такое себе вышло. Чужие. Чужой. От Ридли Скотта. Пиздец. Это миметичная игра на дуде андроидов. Это, да. Судья Дредд. Но там, правда, был один оригинальный фильм. Только и большая серия комиксов. Потом вышел с Карлом Урбаном. Но это охуенный просто был фильм. Просто пиздец. Жаль, я на него в кино не сходил в свое время. Просто отличный фильм. Шикарный. Жаль, он не отбился, конечно. Что там у нас еще? Робокоп из классических франшиз. Был сиквел, но такой себе. С этим, с Бёрдманом, я помню. Ну так, экшончик чуть-чуть, но... Как бы... Можно было бы, конечно, запилить продолжение, но... Такое себе. Не было ничего выдающегося. Ну, там, слэшеры. Если вспомнить. Кошмар на улице Вязов. Я вообще не смотрел. Насколько знаю, он абсолютно провалился в кинотеатрах. С этим, как с Роршахом. Актер, который играл Роршаха, такой неприятный лицом. Он еще в Мандалорце, вот эту офицера имперского играл. Пятница 13, кстати, хорошо держится. То есть там несколько было сиквельных серий, или как это назвать? А, стоп, нет, я перепутал. Хэллоуин, во. Несколько сиквельных серий от Робо-зомби. Первый прямо охеренный от Робо-зомби фильм Хэллоуин. Второй вообще дерьмо. Я не знал даже, что он вышел. Вышло продолжение. Я зря, кстати, посмотрел. Вообще дерьмовый второй фильм Робо-зомби. Что случилось? Почему так сняли? Хуёво, непонятно мне. Вот зато, типа, прямое продолжение первого и второго фильма скоро выйдет в кинотеатрах. И, слушайте, неплохо, хороший Хэллоуин. Как его, убивает или как его? Был. Так, пятница 13-е. Был хороший сиквел, вот, кстати, не так давно. Как его? Где Сэм Винчестер играл, актер. Лось. Кроули называл. Да, очень хороший, там прям скоростной Джейсон, просто вообще охуеть можно. Классный прям, отлично поставленный фильм для слэшера. По-моему, по франшизе Лепрекон ничего не выходило в последнее время. Там такие фильмы для DVD, но плюс-минус нормально. Поставший задос, вот. Походу, я видел новость, что будет Восставший из Ада, сиквел, или точнее ремейк, наверное, да? Или в виде сериала. Тоже охрененная серия фильмов, особенно первый, конечно. Наверное, даже первые три можно взять. Остальные так, можно посмотреть, кроме одного совсем говёного. Что еще было из таких франшиз? Ну так сразу не вспомню, да. Матрица. Ну, в общем, будем посмотреть. С кино надо будет сходить в декабре. Конечно, много будет кинопремьер в эти месяцы до Нового года. Выгадывать деньги на это. Аненька. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. До скорых встреч. Всем пока.